Наши мечты всегда красивы и прекрасны. В каждой своей мечте мы рисуем себя счастливыми. В мечтах мы любимые и любящие. Мы удачливы и успешны. Мы видим себя богатыми и щедрыми, идущими по жизни с радостной улыбкой, с добрым сердцем и открытой душой. В своих мечтах у нас всегда есть возможность приукрашать события, быть откровенными в своих желаниях. Мы всегда можем что-то дополнить, что-то изменить. И главное в мечтаниях – это то, что мы не боимся фантазировать. А для того, чтобы сбывались наши фантазии, и мы становились теми, кем мы себя создаем в своих мечтах, есть волшебные дни лунного месяца и волшебные события природных явлений, созданные самой Вселенной. Одним из таких волшебных дней являются первые лунные сутки. К нашему счастью, лунный цикл повторяется, и мы можем через каждый месяц усиливать свои мечты, разрисовывая их все более яркими и сочными красками событий. Сейчас, в 2020 году, первый лунный день наступит 21 июня, который перекликается с природными явлениями, летним солнцестоянием и затмением солнца. Эти совпадения природы являются магическими и способными открыть портал между небом и землей, наделяя всю планету мощной энергетической силой и запустить новую жизненную программу. Воспользуйтесь силой, дарующей нам самой природой. Начинайте мечтать. Мечтайте с ночи 21 июня. Мечтайте на рассвете. По народным поверьям, если встретите рассвет в день солнцестояния, это даст здоровье на весь год и спасет от неприятностей. Мечтайте в течение всего дня, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. Откройтесь себе в своих мечтах. Пусть ваши мечты будут самыми смелыми и взбалмошными. Представляйте себя в самых невероятных счастливых событиях. Дайте волю своим фантазиям. Пусть легко к небесам летят ваши мысли. Пусть крылья ваших мечт поднимут вас высоко над земной суетой. Поверьте в себя. Доверьтесь своим ощущениям. Позвольте своему разуму перезапустить программу от иллюзий до воплощения мечт. Затем все, о чем вам мечталось, с любовью и нежностью, бережно и благостно, окутайте облаком фиолетового цвета, словно обрамляя свои мечты в воздушную облачную каемочку. Мысленно пробежитесь еще раз по своим мечтам и отпустите их со словами «Да будет так! Да так и будет!» Улыбайтесь самой прекрасной своей улыбкой, словно уже все произошло. Повторите эти слова 3 волшебных раза. Затем поднимите руки, хлопните 3 раза в ладоши, громко, прямо над головой. Затем также над головой сложите пальцы в щелчок и произнесите 3 раза слова. Разрешаю мечтам сбыться. После каждого слова должен быть щелчок. Разрешаю щелчок. Мечтам щелчок. Сбыться щелчок. У вас должно получиться 9 раз. 9 волшебных щелчков. Так вы придаете силу уверенности тому, о чем мечтаете. Запуская свое волшебное фиолетовое облако в небесную канцелярию, верьте в силу Вселенной и заранее будьте ей благодарны. Вы можете усиливать силу сбыточных мечт в первые лунные сутки каждого лунного месяца. Информацию о сутках
вы всегда можете найти в открытом доступе на просторах интернета. Я желаю вашим мечтам осуществляться и наполнять вас волшебной силой счастья.